Вас приветствует Stars Exclusive. В этом видео пойдет речь про Полину Гагарину, но перед началом просмотра просим вас поставить лайк и подписаться на канал, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Известная российская певица, участница «Фабрики звезд» и представительница России на песенном конкурсе Евровидения 2015, занявшая второе место, 34-летняя Полина Гагарина, полгода назад официально развелась со своим вторым супругом Дмитрием Исхаковым. За это время страсти вокруг развода знаменитости не улеглись, наоборот, они разгорелись с новой силой после скандального интервью Дмитрия Исхакова Ксении Собчак. Мужчина рассказал, что отношения в семье начали портиться еще 3 года назад. Все ухудшалось постепенно. По мнению Дмитрия, после того, как Полина Гагарина начала участвовать в китайском песенном конкурсе. С ней в то время был ее саунд-продюсер Владимир Чиняев. Именно с ним и приписывают любовную связь Полине Гагариной. Дмитрий Исхаков указывает на то, что его бывшая жена страдает нервным расстройством. Якобы у нее появились проблемы психологического характера. Во-первых, она извела себя до анорексийного состояния. Попала под влияние Чиняева и находится у него на поводу. Полина Гагарина незаконно лишает бывшего супруга возможности видеться с дочерью Мией. Разрешение на встречу Полина дает по настроению, которое постоянно меняется. В связи с этим Дмитрий подал в суд на Гагарину, чтобы, наконец, Дмитрий Исхаков указывает на то, что его бывшая жена страдает, решить эту проблему и получить доступ к ребенку. Исхаков обеспокоен тем, что Чиняев оказывает на его семью дурное влияние, под которое попала Гагарина и втягивает в это малолетнего ребенка. Желаем Полине Гагариной образумиться и не допускать роковых жизненных ошибок. Ставьте лайки и подписывайтесь на Stars Exclusive.